В многоэтажном жилом доме по улице Волкова огонь полностью уничтожил двухкомнатную квартиру. Жильцов дома пришлось эвакуировать. Жители домов по улице Волкова заметили черный дым, валивший из квартиры на третьем этаже многоэтажного жилого дома. Встревоженные граждане сразу начали звонить в пожарную охрану. Через несколько минут на место прибыли первые расчеты огнеборцев, но к этому моменту квартира была полностью охвачена огнем. Горели личные вещи хозяев и мебель. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Хозяйки квартиры и ее сына дома не оказалось, они ушли по своим делам и о возгорании узнали от соседей. Все, пожар, ну откуда мы знаем, не знаем. Приедет милиция, разберется. Милиция уже приехала, что случилось? Ну все, разберется, не знаю. Мы только подъехали, когда уже горело, все. Квартира выгорела полностью. Пожар бушевал с такой силой, что бороться с ним пришлось с двух сторон. Пока одни сотрудники пожарной охраны выводили из подъезда жителей дома, другие тянули пожарные рукава по лестничным клеткам. Еще одно звено пожарных проникло в помещение квартиры через балкон с автолестницы. 4 марта в 14:43 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании на улице Волкова. Незамедлительно на место убыли пожарные подразделения. По прибытию было обнаружено, что горит квартира на третьем этаже здания. По лестничным маршам было выведено 4 человека. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 15:38 пожар был локализован, а в 17:06 полностью ликвидирован. Для тушения привлекалось 25 человек личного состава и 5 единиц специальной пожарной техники. Борьбу с огнем усложняло отсутствие гидранта на ближайшей территории. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды на место происшествия, прибыли дополнительные силы пожарной охраны из различных частей города. Обнаружив, что сильнее всего пострадал от огня коридор, где находился щиток со счетчиками потребления электроэнергии, пожарные на месте предположили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Погорельцам предложили временно разместиться в жилье, предоставленном маневренным фондом города. Ремонт своей квартиры граждане смогут начать после того, как сотрудники Госпожнадзора установят причину возгорания.